Добрий вечір, шановні колеги. Насамперед, яке сьогодні прочитав мені це слово сподобалося рестартом нашого чемпіонату. І починаємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер команди «Динамо» Олександр Миколаївич Хацкевич. Готовий відповісти на ваші запитання. Але ми спочатку просимо вас, пане Олександре, дати експрес-коментар зустрічі, а потім запитання і відповіді. Добрий вечір. Ну, перший темп тяжеловато вообще, да, контроль был, но продвижения вперед не было. Если левый фланг у нас достаточно активно работал, то правый фланг вообще молчал. С чем это связано, ну, это мы уже переговорим с теми ребятами, которые играли в той зоне, что мы знали, что команда будет подходить назад и все-таки больше через фланги строить игру. Вот, в правый фланг вообще не получилось ничего. Ну, в принципе, сначала тяжелая очень, два дня назад была игра, и большой ротации не было, все-таки тоже мы зависим от футболистов. Тот же Буяльский, Борин, Есенин, тот же Чиридин, хотя Борда сыграл достаточно надежно в обороне, но во втором тайме, особенно после минуты 60-й, такие простые ошибки у того же Шипаренко. Вова Шепелев начал ошибаться, вроде он умный, грамотный парень, знает, когда я смогу придержать мяч и с ним расстаться, но было очень много невынужденных таких ошибок, особенно в центральной зоне. Ну, эти моменты тоже, которые у нас были, тот же Вербич, тот же Бакани, надо реализовывать. И тогда все было спокойно и более надежно и уверенно. Спасибо. Ваши запитания, пожалуйста. Александр Николаевич, не попал в заявку Смирный, что-то со здоровьем? Нет, Смирный был в заявке, но я с Саеком сегодня был в заявке, Клёвс. Так что все равно. Пожалуйста. Слава Богу, Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, что с Гонсалесом? Чем была обусловлена замена Дармаша? И сразу, если можно, как на сегодняшний день вы оцениваете состояние Ну, то, что касается Дениса Гармаша, у нас через 4 дня игра, он почувствовал такой дискомфорт, но, в принципе, вроде бы ничего нету, там забили ему метро, и рисковать уже не было смысла. То же самое и у Дерлиса, ну, там где-то там, или забили ему ребро, или там где-то в позабедренном состоянии, но там никаких мышечных травм у него нет, это чисто такие ушибы. Хотя Дерлис вроде в перерыве видел, что продолжит, но вышел на голень, не смог продолжить, но это такие моменты, элементы, фрагменты игры. А Бакани потихонечку набирает, и мы видели, что все-таки вверху он неплох и внизу цеплялся, и момент имел за 10 минут. Так что я надеюсь, что все-таки он чем быстрее, тем нам будет тоже, да, и у нас будет усиление игры в атаке за счет него. Будь ласка, еще запитание у кого? Прошу. Ну, он вышел с большим желанием, понятно, что еще нет взаимопонимания, там были моменты, когда, особенно в обороне, нужно дорабатывать требования к крайним полузащитникам, дорабатывать тоже нужно. И он очень сильно расстроился после того момента, когда он забил. Он так переживал, игра продолжается, уже потом после игры нужно переживать. Хотя желание, у него скорость достаточно хорошая, и дриблинг, но надо время, чтобы еще было взаимопонимание между партнерами. Есть еще запитание? Спасибо. Спасибо за внимание.